Я немножко изменил имидж. Как вам мой прикид новый? Значит, вот, по поводу примеров, какие мои личные примеры с тех выводов, которые я сделал в 2020 году. Вот, как раз об этом я хотел немножко говорить. Это видео было не по плану, но по желанию подписчиков. Я специально сделал такую запись. Итак, первое по поводу, какое же было мое внутреннее и внешнее счастье в 2020 году. В 2020 году у меня родилась дочка. Недавно, прогуливаясь с женой в парке, она меня спросила: «Ну что, ты счастлив? У нас же дочка родилась». А я ответил: «Ну, в принципе, нормально. Мужчины меня поймут». Ну, я уверен, что женщины меня тоже поймут. Но поймут по-своему. Наверное, скорее всего, будет логичным спросить это у самих женщин. Напишите это в комментариях. Очень интересно будет. Нет, ну, потом, конечно, после нескольких недоспанных ночей я почувствовал это счастье. Особенно, когда я ее подержал на руках. Я, с вашего позволения, буду немножко вот потирать руками. Все-таки зима на улице, и в офисе тут холодно, поэтому я так вот. Значит, второе, по поводу возможностей. У меня появился YouTube канал, а также Instagram. Ну, наверное, школьники, смотря мои видео, скажут: «Тю, возможности. У меня подписчиков в Инстаграме 5000, а в Ютубе вообще за десятку бьет». Не, ну вы спросите своих родителей, которым за 60, легко ли им пользоваться мобильным телефоном. Ну, я, конечно, не такой древний, вот, не за 60. Но, скажем, считаю, что для себя считаю открытие YouTube канала все-таки таким маленьким продвижением, достижением. Дело в том, что я как бы человек такой практический, больше связан с офлайн, что-то вот, знаете, вот как-то встречаться физически, если делать что-то физически, а тут вот все нужно делать онлайн. Такой вызов для меня, вызов, вот, но эту возможность я использовал. Третье, проблемы. Ну, конечно, как я говорил, проблем много. Ну, я хочу сказать об одной, которую я считаю, она, ну, как бы мешает мне. Это вот неуверенность в себе. Нет, ну, поймите, правильно, конечно, в чем-то я уверен в себе. Например, пойти утром на кухню, сделать завтрак, вот, пожарить яйцо, скушать. Я очень уверен в этом. Ну, вот, например, что-то говорить, да еще вот так вот, ну, перед камерой. Я стараюсь преодолевать, в этом я стараюсь развиваться, обретать уверенность. Четвертое, да, чему же я смог научить своих детей? Ну, как, какой же у меня был образ жизни? Знаете, последнее в 2020 году, я все вот старался, я все думал, вот, как же дочку научить вот делиться, да, то есть, или как-то помогать другим. И
Что я делал? Я все делал вместе с ней. Если убирал, то я убирал вместе с ней. А если кушал, то я кушал вместе с ней. Если я кому-то давал что-то, ну, вот я старался делать это тоже вместе с ней. Ну, в следующем видео вы увидите прогресс. Это, кстати, произошло впервые, поэтому это эксклюзивное такое видео, но вы тоже сможете увидеть. Я сам тоже удивился. Скажем так, усилия не проходят даром. Результат придет, если трудиться, вкладываться. Видео. А что, ойшии таки итара? Гоми баку, она сказала, мусор нужно, мусор надо кидать. Куда? Ящик. Она уже сама, все сама. Пятое. Чему я смог научиться у родителей? Наверное, вот интересоваться, знаете, больше, чем родители, так вот никто не интересуется, где я сплю, что я кушаю, куда я хожу, что я делаю. То есть это вот нужно, знаете, вот все нужно рассказать. Значит, у жены я смог, наверное, научиться, вот я вам скажу точно, терпение. Вот у нее на данный момент терпение больше в воспитании детей, чем у меня. И у меня, в общем, нужно работать над терпением. Я научился и буду продолжать дальше учиться. Вот. Ну и у своего друга я научился благодарности. Благодарности за то, что при всей ситуации у нас есть, у меня есть. Спасибо вам. Если я, насколько мог, я искренне отвечал. Если вам понравилось, ставьте такой вот лайк, подписывайтесь. Вот. До новых встреч. Пока-пока.